А этот видеоурок, можно сказать, для новичков, для тех, кто хочет создать свои новые уровни. Да, уровни. Кто, например, хочет и все такое. Короче, можно найти это в интернете. Да. Можно, конечно, вот найти. Так. Что нам такого найти, да? Город, например, да? Город. Как его написать-то? Картинки. 16 бит. К примеру, да? Сейчас найдет что-нибудь. Ага. Уже этот. И Street of Rage, да, нашел картинки, но вот это вот фонта самый такой. Вот таким способом можно найти картинки всякие, но найти их довольно сложно. Вот, например, можно вот эту картинку взять, да. Давайте, короче, возьмем эту картинку. Сохраняем. Так, это закрываем. Так, что у нас тут больше ничего такого нету? Ну, это какая-то фигня, не подходит нам. Так, это что? Ага. Здесь типа какая-то река, что ли, море. Но это можно, конечно, устроить море. Но будет ли хорошо смотреться? Я так не думаю. А вот это вот самое то, да. Я так думаю. Вот статус свободы, еще вот тут ходить, например, да, то это хорошо нам получится. Давайте попробуем. Так. Тут, ага, 700 есть. Ладно, поменьшено. Итак, мы нашли две картинки. Что нам для этого надо? Нам надо стандарт Paint. Открываем картинку. Давайте начнем с простого. Это вот этот. Изменяем размер. Внизу пишем только 240. Вот это вот не трогая. Подтверждаем. Если вам устраивает такой размер картин этапа, то можно его оставить таким. Но если вы хотите, чтобы длиннее стал, ну это можно, конечно, сделать, но ну да, можно сделать таким образом. Вот смотрите. Сохраняем мы картинку. Ладно. Так, далее. Давайте сейчас попробуем его. Так.
перевернуть. Тоже сохраняем. Она смотрится, будет не очень. Разворачиваем. Вы нас спросите, почему я это как его перевернул картинку? Ведь можно так сделать как-нибудь по-простому. То есть одну картинку сохранил вот эту, там вставил и перевернул. Если я так сделаю, вот первая картинка, да, как бы я сейчас ставлю все идеально, да, сейчас переверну, и что будет? Линия образовалась. Вот поэтому Paint нарушает вот этот вот у меня. А если мы так сделаем, хоп, и никакой линии нету, все просто идеально. Ну вот, все идеально стоит. Сейчас сохраняем картинку в PNG. Даем любое имя. Открываем FPG Edit. Любой версии, может 2005 или 2009, какой хотите. Я пользуюсь 2005. Нажимаем FPG, создать. 16 бит Феникс. Находим файл. Так, и где он? А мы его сохраняли, не? А, вон он. Ага, 34. Вот, переносим сюда. Сохранить как? Например, 6А будет. 6А. Сохраняем. Открываем. Так, смотрите, размер у нас 758-240. Хороший размер. Находим этот этап 6.1. Мы смотрим, все хорошо, вроде как ничего такого нету, все идеально. А дальнейку надо было пониже поставить. Сейчас уйдет наверх, вот видите, ушло. Вот эту вот штуку не надо забывать. Можно опускать до определенного места и проверять. Хоп. И она больше не идет туда. Слепили хорошо этапчик. Вот. Таким образом делается новый этап. Вот. А вот что делать с этим? А мы поработаем. То есть я поработаю над водой. Угу. Над водой, да. Так, и что это будет у нас, как работать?
делаем, короче, вот так. Открываем снова, например, да, стандарт FPG, тьфу, Paint. Даже путаюсь, сам уже что открываю, так. Вот видите, так, здесь у нас размер какой получается? Маленький, надо 10-40. Блин, смазала. Ладно, пусть такой будет размер. Оригинальный. 217, это ничего страшного не будет. Может только сужать будет сверху, может быть, да. Но я сделаю следующее. Выделяю эту воду. Потом ее обрезаю. Потом ее сохраняю. Под любым именем. Далее берем отсюда, например, и тоже обрезаю. Так, получилось вот так, да? Теперь нам надо что? Нам надо сделать следующее. Давайте вот кровь сейчас вставим. Находим тот этап, вон он, один, да? Так, а это у нас будет вода, она у нас 10-я, это будет первый слой, сейчас будет второй слой, так, жмем, 20. Вот второй слой воды. Сохраняем. Так, Т6Б, например, да? Так, и смотрим. Так, я должен сейчас сделать анимацию воды. Так. И вот это. Так, теперь нам предстоит сделать ограничение. Тестируем. Так, что у нас там произошло? Так, ну мы видим, что вода у нас, это как его анимируется, но... А вот следующее не анимируется. Я что-то, наверное, забыл, да? Да, забыл. Вайтер.
Вот. Тест. Окей. Вы, наверное, заметили, что, как его, вода не булькает, да? Есть у меня один способ, как можно это сделать, чтобы вода булькала. Да, у меня есть такой способ, как это сделать, чтобы вода булькала при прыжке и так далее. Вот у меня тут есть такой файл булькание воды. Так, копировать. Идем в мод. Где он там у нас? Так, это у нас 6B. Этот, как его... Извлекаем, удаляем. И нам предстоит так, короче, удаляем этот 6B. Перетаскиваем сюда. Так. Обновляем. У нас, конечно, все разрушилось. Это нормально. Это ничего страшного такого нету. Все делаем так же. Так. Проверяем. Вот, пожалуйста, вода. Можно булькать. Видите? Вот для этого этапа надо делать мы еще. Да. Таким образом, вот таким образом можно сделать этап с водой. Да. А вот смотрите, что еще можно сделать. Вот, короче, этот файл, который я протестировал вам, как его бульканье, вот будет, короче. Ссылка будет на нее, короче. Далее у нас идет файл таймер без взрыва. Вы знаете, что как его, когда истекает время, вот это, то по окончании игра завершается. И персонаж умирает. Вот смотрите. Вот наверху идет таймер. Подождем, подождем. Мы никуда не спешим. Так.
Вот. Наш персонаж умер. И мы как бы начинаем проходить игру все заново. Чтоб этого не случилось, нам потребуется файл. Без взрыва. Так. И он применяется. Так, я сейчас посмотрю по-быстрому, где он применяется. Вот, по-моему, он... Сейчас, где у меня тут мод? Так, вот. Этот мод, вы наверное, знаете, что это за мод? Пила. Так. Вот, да, тут и применяется. Ну, короче, вот в этом, в этой папке, а не скрипт. Как в некоторых модах применяется файл. Итак, у нас этот 6.2, да? Мы, короче, вставляем, переименовываем на 6b. Черточка next. Так, вырезаем отсюда, чтоб не удалять. Так, обновимся таким способом. И тестируем. Сейчас снова течет время. И нас как бы перенесет на этап. Не взорвется, а перенесет. Только следующего этапа, конечно, не будет, потому что его нету. Вот. Вот смотрите. Вот видите. Даже могу так показать. Так. На 1. Сцена 1, да? У нас есть, потому что сцена 1. Вот, вот сюда мы должны попасть. Давайте сейчас протестим. Специально. Ждем, ждем, ждем. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 0. И все, мы перешли на уровень. И вот таким образом делаются хитрости всякие. Да. Вот для этого надо этапа мэп делать, коллизию. Вы в предыдущих уроках, наверное, уже ознакомлены, знаете, как это делается. Вот и думаю, вы поймете. Ну тут легко, конечно, вот сделать так-то, но все равно. Теперь следующее. Как сделать балансированные враги? Ну, то есть не пачкой им подходить. Не по 10 штук, как в некоторых модах. А будут у нас ходить по 4 штуки. Посмотрите, как это сделаем. 2, 3, вот и 4, да? Выйдут в первую очередь, ну, вот эти, да, которые поставил. А потом выйдут. Так. Давайте его поставим, и его.
Это сделаем вот так. Раунд 2. Раунд 2 это у нас жизни. Линейка жизни. Это у нас количество жизней до 9. Короче, и тут 2. Тут 2. Вот. Всех поставили, да? Главное, вот тут вот ты ставь на зеленом фоне, иначе появится враг неожиданно. Лучше за пределы этого ставьте. За пределы зеленого ограничения вот этого. Чтобы их видно не было. И давайте вот посмотрим, как появятся враги. Вот следующий этап. Также есть камера, которая не позволяет идти дальше. Пока не убьете вот этих героев, ну, врагов. После того, как вы убьете этих врагов, вы можете передвигаться дальше. И установить, ну, например, снова 5 врагов. Если вы, кстати, столько, то появится 3 врага. А если вот этот, вот так вот этот, и вот этот, хотите сделать позже, вы делаете таким образом. Вот. Раунд 2. Можете даже сюда поставить, чтобы они ходили отсюда и отсюда. А не только отсюда. Так будет легче их убить. Вот можно даже камеру поставить. Можно еду добавить. Все что угодно можно сделать. Если вы не хотите, чтобы это, как его, так торчало, можете перенести либо сюда, либо тут еще поставить. Рейс какой-нибудь. И все. И ваш персонаж не будет трогать вот эту вот еду. Не собьет. Вот смотрите. Вот и еда. А вот и эти. Двойка. Вот и все. Все просто. Thank you.
И пришли снова сюда, на этот этап. Бежим, бежим. Мы снова назад пришли. А вот почему? Спросите вы. Да потому что у нас установлен на первую сцену. Если вдруг не успел. Так. Не успел, да. Хоть даже если успеешь, все равно попадешь на первую сцену, так как перехода нету на другой уровень. Или же даже вот на нет, да, на следующую сцену. Вот если, например, вы поставите где-нибудь проход, например, ну, в домик, например, да, захотел. И там нашли вы, например, эту локацию домика, но это достаточно сложно найти. Ставите вот, конечно, следующую локацию. Вот у нас 1-2. Сами видели. Повторяется, да? Если, кстати, третий, то у вас этот уже будет новый этап. Да. Если вы успеете сюда добраться, то вы попадете на третий этап. И там можете, конечно, поставить босса. Это делается вот так. Из нормала ставите босса, заваливаете его, и уровень заканчивается. И переходите на следующий уровень. На седьмой уровень. Потом у меня шестой, а будет у вас седьмой. И один. Первый. Вот. Таким вот образом все делается очень легко. Это, конечно, я не в тему. Вот эта вот труба поставил, я не обратил внимания просто. Это просто мусор такой вот. Вот это. Можно установить. Поставить всякую дребедень. Можно ловушки поставить. Все, что хотите. Вот. Так что, думаю, на этом видеоуроке вы немногое поняли, что как делается. На этом пока все. Если у вас, к примеру, этап с размером 320-240. Если вы примените специально сделать такой этап, вот смотрите, вы как бы дальше не пройдете по этапу. Вот смотрите. У вас нету, как его, способности идти дальше, да? Для этого вам понадобится пароход, который позволяет пройти дальше. На следующий этап. Проверяем. Вот, пожалуйста, мы прошли на следующий этап. Таким образом можно переходить на этапы, если у вас
Уровень 320-240. Не широкий, не какой-нибудь такой, а именно такой квадратный. Если вы столкнулись с такой проблемой, не знаете, как решить, я вам показал. Только проход решает все. Или же вы можете поставить босса. Любого босса поставить, что завершить этап. Вот смотрите, босс. Да? Ну, который, это как его... Этап 320-240, да? Вот, проверяем. И мы завершили этап. Таким образом, можно сделать так. Дело ваше. Либо проход, как я показал, так делать. Либо босс. Смотря, что вы предпочтете. Дело ваше. Спасибо за внимание.